Приветствую вас. Я бы, честно говоря, обратил бы в большей степени ваше внимание на то, что вы, судя по всему, сомневаетесь в, ну, в том, насколько правильно вы поступаете, сомневаетесь в том, насколько, ну, насколько верна ваша позиция, то есть вы не уверены в себе. Собственно, именно по этой причине весь ваш, как мне кажется, вопрос и возник. Вот, то есть, если бы подобной проблематики бы не было, да, то есть если бы вы были уверены в себе, вот, если бы вы не сомневались в себе, то, на мой взгляд, вам не нужно было бы, в принципе, задавать свой вопрос. Это первое, что хочу сказать. Второе, конечно, есть проблема вашей сферы отношений с молодым человеком, где вы, ну, выступаете, на мой взгляд, несколько пренебрежительно к своим интересам, на мой взгляд. Вот, и может быть, имеет смысл как-то вот более тщательно подходить к тому, что вам важно, да? И чтобы с мамой разговаривал молодой человек, вот, например, а не вы, вот, чтобы это делалось именно мужчиной, потому что это, на мой взгляд, его прямая обязанность. Вот. Такая вот история. А вот, собственно, то, что можно вам здесь порекомендовать. В целом, больше опираться на свои чувства, на свои эмоции, вот, на свои переживания. И такая вот история здесь у вас имеет место быть. Вот то, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.